Наши природные геологические условия в Беларуси все знают. 9 миллионов тонн мы добывали нефти, сегодня добываем 2. Примерно 2 миллиона, попутный газ и прочее. В чем дело? Мне объясняют, выкачали все. Я в это не верю. Такое вступление к нашему сегодняшнему совещанию. Поэтому будем говорить сегодня о белорусских недрах. Все полезные ископаемые – наше национальное достояние. Стратегический запас, принадлежащий народу. И только народу. Это и калий, и нефть, и самый большой ресурс – пресная вода, бесценный ресурс в последнее время и многое другое. Но тем, что мы имеем, надо грамотно и по-хозяйски распоряжаться. А то, чего мы не имеем, но, как я только что сказал, рассчитываем иметь, надо искать. Ищем – плохо. Положились на одну компанию, на одного человека. Ляхов хороший человек, порядочный, никогда не подводил страну. Но это один человек, он может ошибаться. Может, ему нужна поддержка для того, чтобы более масштабно вести изучение наших недр. К сожалению, этого я не вижу. Поэтому и не верю. Во главу угла государство всегда ставит вопросы интенсивного освоения месторождений. То, что Господь подарил тому или иному государству и народу. Эффективности рационального использования их, а также внедрение самых передовых технологий добычи, переработки и особенно в наших условиях поиска новых полезных ископаемых.